Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня десяточка, и сегодня мы будем качать дальше наших героев. У нас уже ничего, такой алтарь собирается, но, как видите, у меня до сих пор нету золота и маны для прокачки. Мы это все тянем. В общем, 73 героя уже есть на аккаунте. Они по скиллу прокачаны на 10-10, у некоторых стоят топовые талантики. Единственная пока тыковка докачана, видите, все десятки, но они первого уровня, то есть они все дадут прибавку в силе. Вот 10-9 тысяч сейчас мы будем качать некоторым скиллы на восьмерки, девятки, но пока силу поднимать не будем. Так, окей, поехали, посмотрим, что там у нас интересного есть. Так, этих у нас 160, 43. Ну, нам надо так рассчитывать на героев. 60. Так, у нас на 43. Давайте еще. Давайте на 70. Вот так вот раз. Так точно на бездонате не сделаешь. Так, тут нам 10 надо добрать. 700, тут даже 710, давай, это ладно. Давайте уже сразу на 73. Плюс 30 штук. Короче, всех качаем на восьмерку и выборочно на девятку. Сейчас прокачаем, сколько у нас там хватает. Ай, больше набрал, какая разница. Поехали тратить. Тратить кулачки. Вот видите, сколько кулаков надо для прокачки. Это просто жесть. Короче, вот так вот. 760 на 76. Короче, 73 героя. Можно смело всем качать восьмерки. У некоторых стоят не топовые таланты. Поэтому у нас по-любому лишнее останется. Ну, поехали. Кому-то мы качать не будем. Кому-то качнем просто. По сути, эти кулаки у нас будут копиться, они нам потом не нужны будут. Мы многим мы сейчас качать не будем. Давайте по трешечку тратим кулаки, короче, качаем всех, потом будем тестировать этих нубогероев, перекачивать. Так, вот кто-то наверное плачет от слива столько кулаков. Ну, вот эти таланты, там, где я качаю восьмерки, я однозначно там девятки качать не буду, потому что они будут со временем перекачиваться. У нас будет еще очень много талантиков меняться. Но интересно просто посмотреть, сколько максимум потом даст нам силы. Так, тут однозначно можно сразу же девятку качать на максималку. Тут восьмерка. Так, купидончик. Ну, получим скилл, качаем десятку. Потом воодушевление, либо ремка будет. В принципе, нормально. Потом ремочку поставим. Рем. Так, тут можно максималку качать для архидемона. Ну, по сути, кулаков вы видите 5 миллионов, поэтому потратить. Так, тут качаем девятку. Это топовый талантик. Тут тоже девяточку можно сразу качать. Это именно то, что надо этому герою. Некоторые герои для гильдийских боссов. Так, тут можно максималку качать. Это на восьмерку хватит. Рон.
Ремку можно эмблемой поставить, мы качаем на максималку, пусть будет. Тут тоже можно максималочку. Разогнались мы, да, ребят? И силушка у нас не растет вообще. Так, тут можно тоже максималку поставить. Тут максималку качаем. Тут пока восьмерочку. Ворожая у нас на девятку. Тут тоже можно девяточку смело ставить. Тут девятка. С огненькой показывала. Огненькая, в принципе, плюс-минус. Тут восьмерка. Пока не будем тратить. Тут однозначно девятка. А, ПБшка на девяточку. Буду ждать, если в конце витуги нам девятых не хватит. Так, огник. Девятки у нас до сих пор скина нет. Рогаточка тоже на девяточку. Бугича тоже качнем на девятку. Ремочный ПВП будет вариант. Тут можно восьмерку. Так, девятка. Тоже девятка. Если останутся камни на девятку, потом нам же надо будет... О, это надо на восьмерку. Тут максималку делаем однозначно. Тут тоже с утеканием. Потом топовую чарку поставим. Так, девятка. Тут восьмерку пока затестим. О, все, девятки у нас кончились. Вот так вот. Не докачали мы всех. Нет, видите, не хватает. Значит, будем восьмерки качать. Можно смело уже щелкать. Восьмерки потом будем докачивать. Такие, а что ты делаешь? Ну, гарнизон, я говорил, мы гарнизон будем качать. Так, тут восьмерка. По сути, эти камни это расходники, мы столько же их сейчас выбьем сундуков, поэтому, что мы там докупили, потратили, это ни о чем. В реальности 5 миллионов кулаков вполне хватает, чтобы прокачать аккаунт, так как вам надо. Да, бешеные герои получится у нас. Мне просто интересно, сколько мы сможем получить плюс силы за апа. Нам надо еще дособирать много героев. И бочечка. Так, отлично. Итого, смотрим, что там нам дали. А, плюшки дали за таланты. Вот смотрите, сколько плюс забрали бонусами. Так, тут у нас еще какие-то бонусы забраны. Отлично. Так, надо пооткрывать все расходники. Сейчас надо посмотреть, что у нас вообще по расходникам делается. В принципе, на героев нам уже хватает. Единственное, нам надо будет очень много книг. А также нужны будут красные кристаллы и КГшки. Потому что у нас героев... Так, кулаков 4 миллиона практически осталось. Отлично. КГшки мы, если что, получим со слизней. Отлично. То есть по КГшкам у нас тоже вопросов нет. Герои у нас, в принципе, подкачаны. Так, теперь мне надо посмотреть, что у нас делается по красным кристаллам, потому что нам надо будет 7 миллионов красных, отлично, и синих. 50 миллионов, в принципе, нам должно этого всего хватить для прокачки дальше героев. Так, смотрителя мы пока открыть не можем, поехали. Посмотрим, что у нас делается по питомцам. Так, питомцы у нас редких, обычных.
Как видите, нет. Донатная у нас уже, в принципе, в норме все. То есть у нас все питомцы есть. В общем, мы практически готовы. Надо еще немножко героев будет повыбивать. И мы с вами готовы для хорошенькой такой прокачки силы. Я не знаю, вот реально ли сделать плюс. Ну, надо еще подкопить плюс 500к одним ходом, одним махом. Но для этого надо нам очень много ресурсов. Нам надо будет... Сейчас мы зайдем в судьбу, по-моему, она у нас открыта или нет. Может и нет, скорее всего. Что мы там сможем прокачать? Надо посмотреть. Ну и надо, конечно же, мы не сможем это все качать, пока мы не прокачаем здание. То есть следующий наш этап будет... Это прокачка зданий, потому что нам надо будет очень много золота. То есть нам придется качать вот эти вот все здания, качать ратушу. Ну, у меня есть уже 570, по сути, полтора года мы с вами сэкономили. То есть нам надо будет улучшать вот так вот постепенно. Таун холл. Ратушу для того, чтобы дальше увеличить количество золота и построить новые постройки, потому что без золота, видите, надо 6 лавела. Без этого у нас ничего не получится. Так, вот такой вот у нас лазуля. Мы его не можем, видите, надо 10 тысяч, чтобы открыть дальнейшее улучшение. Так, а судьба у нас открыта. Ну, давайте ради интереса Паша оставим, посмотрим, что у нас тут. Смотрите, 25 тысяч. Герои вообще не вкачаны еще. 21. То есть, по сути, мы можем качать им уже дальше скиллы. Конечно, не максимальные. Мы сейчас зайдем. То есть, вот так вот прокачивать силу. Видите, опять же, впираемся в золото. То есть, очень быстро мы все не прокачаем. То есть следующий этап наш — это до получения героев и прокачка уже зданий, золота, то есть шахты надо будут и хранилище увеличить, точнее хранилище золота и маны до хотя бы как минимум 5 миллионов, чтобы не тратить самоцветы, и тогда начнется фуловый кач силы. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, ждите трешечка. Всем удачи, всем пока.